бразильский художник Крэнио начинал рисовать на улицах родного Сан-Паулу. Сегодня его работы, в которых используются классические индейские мотивы, широко известны. Крэнио тоже приехал на Urban Morphogenesis в Трехгорку. Его холст – один из фасадов средней школы номер 17. Окончательный замысел картины пока до конца не ясен. Его воплощение затормозила плохая погода. Фасад соседнего дома, на который смотрят школьные окна, расписывают Арсек и Рейс. Художники приехали из Болгарии. Большая часть их работы уже выполнена. Эту команду граффитистов не пугает ни дождь, ни сильный ветер. Конечно, тяжело. Мы не ждали такую погоду. Приехали с температуры плюс 25. Здесь очень ветрено и небезопасно. Нам потребуется больше времени, чтобы закончить картину. У нас есть еще неделя, но из-за плохой погоды мы потеряли два дня. Арсек и Рейс рисуют большого медведя, который старается добраться до звезд. Они остановились именно на медведе, как на главном символе России. Название картины «Никогда не отступай от своей мечты». Художникам кажется, что это очень правильно – разместить такую композицию напротив школьных окон. Это наша авторская задумка. Картина будет хорошо смотреться на этом здании. Ее смогут видеть дети. Она дружелюбная и красочная. Детям должно понравиться. Через неделю космический мишка будет полностью готов. В середине августа ребята уедут назад в Болгарию, где их ждет много новых проектов. Но на смену им уже спешат другие, известные уличные художники. Петр Горохов, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».